28-я пиар-вечеринка ТВ-шанс продолжается. И вот у нас такая замечательная участница. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена Трофимова. Элен, мое сценическое имя. Многие знают меня как танцовщицу именно под этим именем. Приехала сегодня на вашу прекрасную вечериночку станцевать со своими ученицами в стиле восточном танец, порадовать зрителей и показать себя с точки зрения танцовщиц. Скажите, а принимаете вы у нас первый раз участие, да? Участие я вас принимаю очень часто, на самом деле, неоднократно, и многие гости даже, наверное, уже знают меня. Вот. Люблю просто я ваши мероприятия, чувство очень приятное ощущение. Подскажите, что меняется? Вот раз вы тогда давняя наша гостья, что меняется у нас на пиар-вечеринках? Ну, наверное, каждый раз уровень мастерства у участников становится выше. Это само собой, потому что мы, когда смотрим на исполнение участников, каждое свое выступление готовим, когда заново, готовим его уже более мощно, более сильно, чтобы показать себя с более качественной стороны. Скажите, насколько важно быть медийной личностью для танцора? Ну, для танцора в первую очередь, наверное, важно быть коммуникабельным, общительным в первую очередь и, наверное, артистичным. В первую очередь это артистизм. Скажите, насколько сложно работать командой? Вот вы сказали, что вы будете с ученицами, да, со своими. Вы работаете командой. Сложно ли это? Я вообще обожаю работать в команде. Я обожаю сплоченный коллектив, что у меня, наверное, и есть. Так как я руководитель студии, у меня много учениц, достаточно много, я считаю. Вот, поэтому всех девчонок приглашаю к себе в студию Шахерезада, которая находится в Новокосино, в ДК Новокосино. Учу, обожаю это делать, обожаю из девочек, женщин, неважно какого возраста, 5 лет, 45, 55. Делать красивых, элегантных барышней, которые борются со своими комплексами, они у каждого, к сожалению, есть, и радует, когда девочки начинают, переборов себя, выходить на подобные площадки и показывать, удивлять, восхищать и вдохновлять таких же девочек, девушек, женщин, как они. И могу сказать одно, что, как, наверное, любви все возрасты покорны, так и танцам все возрасты покорны. Вот такая замечательная у нас гостья. Мы желаем вам удачи. И, конечно же, сегодня выступить только отлично. А по-другому, наверное, вы и не умеете. Только отлично. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.